Thank you.
концерта, написавший более 500 концертов для различных инструментов. У Вивальди есть произведения, концерты просто для оркестра, без солистов, для струнного оркестра, а также есть, конечно, целая россыпь скрипичных, виолончельных концертов, концертов для фагота, для любых инструментов. У него есть концерты для мультиинструментов, то есть для большого количества инструментов, солирующих с оркестром. А есть концерты только для солистов без оркестра. И сегодня прозвучит концерт для флейты, гобоя и фагота Антонио Вивальди в трех частях. Алексей Ужегов – флейта, Василий Белявин – гобой, Петр Гриц – фагот.